Домино тобы жабылады деген қауесет бірнеше апта бұрын ғаламтор беттерін қаптап кеткен еді. Мұның себебін олар ұжымнан Шолпан Төлегенованың кетуімен байланыстырды. Естеріңізге сала кетейік, өнер иесі қазіргі таңда ана тануға дайындалып жүр. Топтың негізін қалаушы Закир Егенбердиев сақтықта қорлық жоқ мақалын ұстанатын болып шықты. Ол екі апта бұрын Шолпанның орнына басқа әнші алған екен. Ұжымның ең ұнамды мүшесі болып, Чайковский атындағы музыкалық колледждің студенті Мөлдір есімді ару келіпті. Если ты пьешь, допустим, то, грубо говоря, ты там заплатишь мне такую-то сумму, то есть не маленькую. Если ты, допустим, заводишь какие-то интимные отношения среди группы, либо с посторонним человеком, когда ты на гастролях, то же самое. То есть будет суд сразу с группы «До свидания». Нельзя знакомиться с пацанами. Ахмед тоже это воспринял очень так. Срок, ну, пока 3 года. Потом будем продлевать, может, если мы захотим, то есть с Моникой сами. Она захочет, я захочу. И главное, Ахмед, конечно. Жаңадан келген әншіні қатаң бақылауға алған жылғыз іріктеудің де қиын болған жеткізді. У нас Шолпана, видите, она... Я уже говорил, что пример для подражания именно в шоу-бизнесе. То есть она всегда была воспитанной, то есть пела, выглядела. Ну, то есть очень много таких плюсов. Поэтому было сложно найти девушку, вот тоже была сложность. Очень много было заявок, были такие там, какая-то там с накачанными губами ко мне приходила. Потом кто-то даже с деньгами приходили, девушки. Ну, немного, конечно, к сожалению. Ну, то есть разные были. В этом сложность была. То, что Шолпана такая хорошая, блин, почему такая? Сұлулық келбетте емес. Жүректе деген жұлдыз кастингке қатысқан қыздарды жан-жақты сынапты. Мне нужно было, чтобы девушка разговаривала на казахском языке. А так как лучше казашки никто не разговаривает на казахском языке, и поэтому я взял казашку. Молодая должна быть. Ну, то есть это по любой, всем интересно. То есть молодая кровь, молодая девушка. Если взять девушку от 23 до 27, то есть она по любой, ей нужно будет рожать. Вот через год, через два уже рожать придется. А если брать 30-летнюю, астафурла, да старая же просто, да. Шолпан демекші, өнер иесі топтан толығымен кеткен жоқ, ол тек декреттік демалысқа шықпақшы. Нам не до сна, нас не достать, мы там, где яркая феерия. Нам не до сна, хотим огня, где мы там жаркая феерия. Домино тобы биыл 10 жылдық мерейтойына қарқынды дайындалып жатыр. Олар аталмыш мерекені тек достарының арасында атап өтпекші. Сонымен қатар Закир Мырза жеке ән айтуды да жоспарлап жүрген сыңайлы. Жұлдыз осыған орай жақында Ташкент қаласына барып қайтқан.